Только Хуан давал мне силы жить, к чему-то стремиться. Без него мне ужасно плохо. Ева, привези Еву. Ты решила спасти Гонсало, но ты уничтожаешь меня. Я уйду от него, клянусь. Я уйду, но не я сейчас. Я все понял, Солидат. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении. Мигель Анхель, Мигель Анхель. Америка Продукционес представляет. Производство Хосе Энрике Крусильята. Солидат. В главных ролях Караима Торрес, Гильермо Перес, Лупита Феррер. По роману Делии Фиалио. Сценарий Марицы Киршхаусен и Луиса Филиппа Альварадо. В ролях Мария Кристина Лосада, Хавьера Чеварея, Серхио Гальяни, Мария Анхелика Вега, Хулиан Легаспи и другие. Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega. Композитор Хорхе Тафур. No sabiendo ni a dónde va. Qué feliz vive mi soledad. Оператор Рафаэль Руис. Режиссер Луис Альберто Ламата. Исполнительный продюсер Малу Крусильят. Ты правильно сделала, дочка. Твой долг быть с мужем. А мне кажется, что я совершила самую большую ошибку в жизни. Доченька, успокойся. Мама, ты не представляешь, как мне больно от того, что Мигель Анхель расстроился и вот так вот ушел. Так будет лучше для тебя, для Гонсало, для Валентины. Ты правильно сделала. Лучше всего было уйти с ним и забыть обо всем. Но, к сожалению, я так не могу. Я понимаю, дочка. Я знаю, как тебе сейчас тяжело. Вернуться на прежнюю работу, опять встретиться с этим мужчиной и, ко всему прочему, оказаться в доме его жены. Откуда ты знаешь? Узнала из разговора Антонио с этой Софией. Мама, я не сказала тебе, потому что не хотела расстраивать. Тебе стало бы плохо. Это София купила дом. Соля, может, она хорошая секретарша, но она злая и ненавидит тебя. Я знаю. Я с ней частенько ссорюсь. Моя бедная девочка. Представляю, как тебе трудно жить в окружении людей, которые тебя не любят. Но зато у тебя есть любящий муж и чудесная девочка. Мама, я знаю, что Гонсало добрый и любит меня. Но для счастья нужна взаимная любовь, а я его не люблю. Я его не люблю и не полюблю никогда. Потому что я всегда буду любить Мигеля Анхеля. Солидат, прошу тебя. Мне все равно, что ты скажешь. И все равно, что скажут другие. Я буду защищать свою любовь. Я буду бороться за свое счастье. Но ты же решила остаться со своим мужем. Ты ведь не будешь настаивать на разводе. Пока не буду. Но когда Гонсало поправится, я скажу ему, что хочу с ним расстаться. Но он же слепой. Как ты вернешь ему зрение? Гонсало слепой, и с этим ты ничего не поделаешь. Невероятно. Я убедил Солидат оставить этого человека. Пусть мне придется притворяться слепым до конца жизни. Я готов на это. Она меня никогда не оставит.
Что ты сказал, Гонсало? Ты сказал, что Соледад не ушла? Я в этом уверен. Эта женщина не ценит ни тебя, ни твои чувства. Я знаю твое мнение, и оно меня не волнует. Соледад останется моей женой, хочешь ты или нет. А тебя мне жаль. Извини. Гадина. Я от тебя избавлюсь. Чего бы мне это не стоило? Я принесла таблетки. Я больше не буду их принимать. Мне давно надо было отказаться от них. Нужно черпать силы в себе, чтобы жить дальше. Выброси их, Долорес. Я не хочу, чтобы они оставались в доме. Немедленно их унеси. Как я счастлива это слышать, сеньора Лаура. Наконец-то вы опомнились. У меня нет выбора. Я нужна дочери. Я не могу ее опять бросить. Что с ней? Она влюбилась, Долорес. Моя дочь любит Хуана. Этого негодяя? Не говори о нем так. А как его еще называть? Он наглый. Он не только соблазнил вас, но и вскружил голову Даниэле, воспользовался ее болезнью, влез в доверие. Неправда, Долорес. Я больше вам ничего не скажу. Вы защищаете этого негодяя. Я не защищаю его. Я просто справедлива. И сейчас меня волнует лишь Даниэла. Хорхе. Прости, но мне пора идти. Куда? Ночь только начинается. Или я тебе чем-то не угодила? Что ты, Роса Мерседес? Но лошади в конюшне одни. Ну и что? Это лошади, а не дети. Пожалуйста, не ругай меня. Когда мы будем жить вместе, все будет иначе. Дай мне время подумать, ладно? Ты же сказал, что переедешь ко мне. Или ты обещал с пьяных глаз? Хорхе, ну зачем тебе спать вместе с животными? Неужели они тебе дороже, чем я? Они нуждаются в заботе. Если за ними плохо ухаживать, они погибнут. Эти животные, как ты говоришь, мне нужны. Извини. Пока. Я здесь, дорогой. Я с тобой. Я никуда не уйду, я буду рядом. Конечно, если ты согласен, Таво. Если бы это зависело от меня, тебя бы здесь не было. Но ты нужна ему. Я понимаю. Я благодарна тебе за то, что привез меня. Это доказывает, что ты любишь отца, что ты хороший сын. Я хочу, чтобы ему стало лучше. Я сделаю ради этого все. Я буду в кафетерии. Если что, звони, пожалуйста. Прошу тебя, дорогой, не оставляй меня одну, Октавио. Не оставляй. Ahora.
Что с тобой, идиотка? Я попросила тебя помочь. Почему ты не выполнила приказ? Я не могла, сеньорита. Это еще почему? Потому что я ей запретила. Рафаэла? Ты меня не послушала, София. Я же сказала, что все это глупо. Не увольняйте меня, сеньора Рафаэла, я вас умоляю. Я хотела сказать, что нашла чемодан с вещами покойной, но сеньора София запретила мне это делать. Сказала, что уволит меня, а мне нужна работа. Ну все, хватит. Я с тобой позже поговорю, а сейчас оставь нас. Уходи, чего ждешь? Ну а ты что теперь мне скажешь? Es tan bella como una paloma. Не ожидала, София, что ты на такое способна. Надеть парик, одежду покойной, да еще привлечь к этому горничную. Я почти что добилась цели. Все шло как по маслу. Я купила дом, в котором жила и была убита жена Мигеля Анхеля. Я нашла ее фотографии. Я не упустила ни малейшей детали. Соледа становилась все страшнее и страшнее. Она нервничала. И тут ты все испортила. Я просила тебя подождать. Я не хочу, чтобы она сейчас ушла от отца. Пойми, я не могу остановиться. Соледа уже на грани. Еще немного, и она сойдет с ума. Я запрещаю тебе, София. Ты не можешь мне ничего запретить. Рафаэла, я забочусь о благополучии твоего отца. И ты отлично знаешь, что эта женщина не подходит Гонсало. Ты это прекрасно знаешь. Да. Но сейчас они должны быть вместе и казаться счастливой парой. Но, Рафаэла, ради Бога... Послушай меня. Если Соледад уйдет от отца, она окажется с Мигелем Анхелем, а мне это не нужно. Прости. Но я буду делать то, что наметила. Хочешь ты или нет? Я разлучу Соледад и Гонсало. Даже если мне придется вызвать Викторию с того света. Решила мне помешать, София? В таком случае я пойду к отцу и расскажу ему всю правду. Ты этого не сделаешь. Ты меня лучше не провоцируй. Я хочу, чтобы пока Соледад оставалась с ним. Когда я получу Мигеля Анхеля, можешь делать с ней что хочешь, но не раньше. Я так и думала, что ты пошел к этой. Ты сам в этом сознаешься. Ну и что такого, Сокорро? Ты спросила, я ответил. Ты же знаешь, что теперь я поступаю так, как считаю нужным. И меня твое мнение не интересует. И ты считаешь, что это очень хорошо? Нет, я так не считаю. Но я думаю, что так честнее. Я и так все эти годы не смел заходить к подруге, потому что она тебе не нравилась. Но я ничего плохого не делаю, и хватит об этом. Папа, такая вкуснятина, ты должен попробовать. Нет, сынок, я не хочу. У меня пропал аппетит. Твоя мамочка постаралась. Вы снова поссорились? Что случилось, мама? Твой отец непроходимый дурак, вот что случилось. Противная сплетница, вот кто такая Сокорро. Мама, а что она сказала? Она начала оскорблять тебя и Мачито. Мама, ты вправе сердиться, если кто-то плохо отзовется о Чаро. Но при чем тут Мачито? Это же просто смешно. Ничего смешного. Ты что, забыла? Он отец твоего племянника. Это верно, дочка. Грех смеяться. Ребенку и так в жизни не повезло. Любимый. Доброе утро. Садись, я подам тебе завтрак. Ты дашь денег? Деньги, 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 деньги. У меня столько проблем, а ты все о деньгах. Дорогой, какие у тебя проблемы? Ты их пытался решить в бьюти-корп? Ты снова ходил к сеньору Игнасио? Нет, он ходил к Делисе. Он сказал, что ему от нее что-то срочно нужно. Мачито! Что?
Что в этом такого? Чего вы всполошились? Дорогой, что с тобой? Со мной ничего. По-моему. Кто-нибудь хочет сок? Больше не надо, мне пора идти. У меня экзамен, и надо еще прийти пораньше. Надеюсь, Господь поможет тебе его сдать. Спасибо. Удачи, сынок. Я побежал. Мама, ты снова переживаешь? Из-за Соледад? Ты вчера очень поздно пришла. Я слышала, но не стала тебе мешать. Там все очень плохо, дочка. Она хотела уйти от Гонсало, но, к счастью, в последнюю минуту святая Росита остановила ее и помогла опомниться. Слава Богу! Она не любит мужа. Но, надеюсь, со временем... Мама, ты всегда говорила, что самое главное в браке – любовь. Что только любовь к отцу помогла тебе выдержать все трудности. Да, дочка. Но Соледад полюбила не того мужчину. А если такое случается, то женщина должна сделать все, чтобы подавить в себе это чувство. Бедная Соль, твоя сестра должна каждый день благодарить Бога за то, что он послал ей Гонсало. Достойного человека, который любит ее и не способен ее обмануть. Я просил не беспокоить. Гонсало, можно войти? Подожди, одну минуту. Гонсало, прости меня, я просто хотела попрощаться. Соледад? Я тебя разбудила. Нет, нет. К тому же тебе не надо стучать, чтобы сюда войти. Как ты себя чувствуешь? Какая разница? Тебе совсем не обязательно меня навещать. Я только зашла сказать тебе, что еду на работу. Ты увидишь его, скажешь, как сильно ты его любишь, как он тебе нужен. Гонсало, не мучай себя. Я не могу не думать об этом. Ты увидишь человека, которого любишь. Ты уйдешь от меня. Нет. Я не уйду. Правда? Я не брошу тебя, Гонсало. Я останусь с тобой. Соледад. Соледад. Любимая. Спасибо. Спасибо. Я не знаю. Не знаю, как ему противостоять. Как убедить Соледад его бросить. Я думаю, что основная проблема... В ребенке. Нет, нет, что ты. Я готов заботиться о ней, как о своей дочери. Ведь она дочка Соледад, которую я люблю. Я приму этого ребенка с открытым сердцем. Соледад сказала, что разведется с ним. Она лишь попросила отсрочку. Разве того, что я провел 2 года в тюрьме, думая лишь о ней, мечтая увидеть ее, недостаточно, Фика? А когда я вышел, она оказалась недосягаемой. Я не позволю Соледад пренебрегать мною. Я не стану ждать. И что ты собираешься делать? Я не знаю, не знаю. Но я постараюсь решить эту проблему. Соледад. Es tan tierna como la amapola. Soledad es tan bella como una paloma. Как дела? Отлично, спасибо. Хорхе? Сеньор? Как тут у тебя дела? Хорошо, я чищу конюшню. Я спрашиваю не о работе, а о тебе. Как ты себя чувствуешь? Ты помнишь, что вчера накричал на Сусану? Простите, сеньор, но я не хочу видеть родственников. Пусть меня оставят в покое. Как ты мог так опуститься, Хорхе? Ты же известный человек, ты фигура. Как ты до такого дошел? Все очень сложно, это слишком долго объяснять. Возможно, я смогу тебе чем-то помочь? Нет, сеньор. И мне нравится тут жить. Неправда. Ты мучаешься все больше и больше, глушишь себя алкоголем и опускаешься.
А так не годится. Тебе есть ради кого жить. У тебя есть семья, дом. Родные о тебе беспокоятся, Хорхе. Подумай об этом. Порой, когда я думаю об отце, мне хочется кричать от злости. Если бы он оказался рядом, я бы его ударила. А в другие моменты? В другие? Я вспоминаю о нем. Вспоминаю, как он называл меня в детстве. Даниэла, ты должна постараться вернуть отца. И можешь рассчитывать на меня. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Хуан, я счастлива только, когда ты со мной. Когда ты рядом. Ты же знаешь, что я твой верный друг? Нет, Хуан. Для меня ты больше, чем друг. Я люблю тебя не только как друга. Ты нужен мне постоянно. Даниэла. Вот поэтому я приехала в университет. Ты мне нужен. Я не могу провести и дня, чтобы не увидеть тебя. С каждым днем ты мне нужен все больше. Это сильнее меня, понимаешь? Неужели? Неужели ты все еще не заметил, что я люблю тебя, Хуан? Я говорил с Мигелем Анхелем о твоей дочке. Он сказал, что полюбит ее, что найдет для нее уголок в сердце. Да, он мне поклялся. Фико. Что? Не будем говорить о моей дочери, ладно? Не надо ее в это вмешивать. Дело не в ней. Дело совершенно в другом. Но, Соли, я думал... Я попросила Мигеля Анхеля дать мне немного времени. Вот и все. Мне нужно подготовить Гонсало к разводу. Но Мигель Анхель не хочет ничего понимать. Но его тоже можно понять. Он столько времени провел в тюрьме. Естественно, он не может ждать. Я попросила его всего лишь чуть-чуть потерпеть. Вспомни, Фика, сколько раз он просил меня об этом, когда был женат на Виктории. Сколько раз он меня умолял, заклинал подождать еще немного. Я ждала. Ты же знаешь, как мне было тяжело, но я ждала. Ждала до тех пор, пока ситуация не обострилась до предела. Лишь тогда я уехала. Но ведь Мигель Анхель не ты. Он всегда был нетерпелив, импульсивен. Когда он чего-то хочет, он ни о чем не может думать. Но я должна думать о Гонсало. Я не хочу причинить ему боль. Ты не причинишь. Ты сказала ему правду, и это самое лучшее, что ты могла сделать. Ему все равно. Мигель Анхель не смирится с отсрочкой. Ты прости, я не хочу тебя накручивать. Но меня пугает реакция Мигеля Анхеля. Я не понимаю. Он всегда был достаточно агрессивным, а годы, проведенные в заключении, сделали его жестче. Ты чего-то боишься? Я лучше сама с ним поговорю. Ты не знаешь, с кем у него встреча сейчас? Нет, нет, я не знаю. Но он только что ушел. Гонсало никого не принимает. Мне нужно поговорить с Гонсалом. Скажите ему, что я здесь. Это невозможно. Послушайте. Нет, это вы меня послушайте. Это больше не ваш дом. И вы здесь никто. Теперь это дом Гонсало. Вы не имеете права приходить сюда и испытывать его терпение. Позовите его, или я сам к нему поднимусь. Не вынуждайте меня к этому. Сеньор! Ваше мнение меня не волнует. Я должен поговорить с Гонсало Феррари. Что вам угодно, Мигель Анхель? Мне нужно с вами поговорить. Простите, но если это касается дел корпорации, то лучше поговорите с моей женой. Речь пойдет о наших отношениях. Это личный разговор. Я не понимаю. Все вы понимаете. Я хочу поговорить о Солидад. Мы с вами должны разобраться в этой ситуации. Soledad,
es criatura primorosa. Es tan bella como una paloma. Нам не в чем разбираться, все и так ясно. В чем дело, Гонсало? Вы боитесь узнать правду? София, оставь нас. Гонсало! София, оставь нас одних и забери с собой девочку. Я не хочу, чтобы нам мешали. Идем. Идем. Если честно, вы меня удивили. Я не думал, что вы отважитесь на такое. Явитесь ко мне домой требовать объяснений. Разве Солидат с вами не говорила? Солидат сказала, что вы больны. Но мне так не кажется. Вы что, доктор? Мне не хочется думать, что все это вульгарный шантаж. На вид вы здоровы, Гонсало. Конечно, перед Солидат вы притворяетесь. Это не слишком благородно. Так не борются за любовь. Вы не понимаете. Мне не нужно никого завоевывать. Солидат меня любит. Она моя жена. Она вас не любит и хочет развестись с вами. Это она вам сказала? Я думаю, вы ошибаетесь. Нас с Солидат слишком многое связывает. Так что и речи не может быть о разводе. Зря вы так думаете, Гонсало. Вы просто гость из прошлого. Кошмар, который ей хотелось скорее забыть. Это ложь. Она уехала в Майами, она бежала от вас. И когда мы с ней встретились, между нами сразу же вспыхнула любовь. Настоящее глубокое чувство. Она сама настояла на свадьбе. Ей хотелось завести детей, обрести свой дом. Теперь вы поняли? Вы поняли, что вы здесь лишний? Надеюсь, не нужно повторять. Прошу вас, покиньте мой дом. Соли, я не понимаю, что делать со сметой. Расценки такие низкие. Я думаю, их пора немного повысить. Что с тобой? Ничего. Все в порядке. Поговорим о расценках потом. Ты нашла Мигеля Анхеля? Нет. Я всем позвонила. В студию звукозаписи, клиентам, дистрибьюторам. Его нигде нет. Понятия не имею, куда он делся. Может быть, решает какие-то личные проблемы? Оставь свои комментарии. Я не хочу их слушать. Ты поссорилась с Мигелем Анхелем? Делисия, послушай, я сейчас тебе покажу. Делисия. Да. Оставь здесь документы. И можешь идти. Я хочу побыть одна. Соли, что произошло? Если хочешь, можешь поделиться со мной. Может быть, потом тебе будет легче? Делисия, я тебя позову. Я освобожусь, и мы обсудим смету. А сейчас оставь меня. Хорошо? Хорошо. Но если тебе понадобится подружка, с которой ты захочешь поделиться проблемами, вспомни обо мне. Я могила. Пока. Господи, где же он? Куда он ушел? Алло? Мама, как ты? С Гонсало все по-прежнему. Я говорила с ним утром. Мама, я зашла к нему перед тем, как уехать на работу. Не беспокойся, ладно? Я не хочу, чтобы ты заболела. Да нет. Со мной все в порядке, дочка. Небольшая тахикардия и все. Но у меня всегда так. Я уже привыкла. Мама, это не просто тахикардия. Тебе нужна операция. Ничего мне не нужно, Солидат. С тобой дома кто-нибудь есть? Да зачем со мной нянчиться? Фатима ушла на работу. Хуан утром поехал в университет. Он сегодня сдает экзамен. Не надо об этом, Даниэла. Но это правда, Хуан. Я бы не вышла из депрессии, если бы тебя не было рядом.
Я люблю тебя, Хуан. Очень люблю. Ты принимаешь за любовь благодарность, внимание, дружбу. Но это не любовь. Любовь — это другое. Хорошо. Я же не настаиваю на том, чтобы ты отвечал мне взаимностью. Я понимаю, это невозможно. Какой бы я ни была, но прежде всего, я инвалид. Не говори так. Ты не можешь ходить. Но в остальном ты такая же, как все. Ты можешь добиться всего, чего захочешь. Я не могу ходить и внушить тебе любовь. Даниэла. Когда-нибудь ты встретишь того, кого по-настоящему полюбишь. Но это точно не я. Я твой друг. Я тебе предан. И что бы ни произошло, я всегда буду рядом. Соледад все равно с вами не останется. Неужели? Разве дом и семья для нее ничего не значат? Не обманывайтесь. Возможно, ей не хотелось иметь семью с вами. Она не родила вам ребенка. А мне она дала все. Это ложь, Гонсало. Соледад подарила мне свою любовь, страсть, нежность. Ложь. Она такая мягкая, но в постели просто тигрица. Она знает, когда ставит наслаждение мужчине ласками, поцелуями. Хватит, Гонсало. Вы хотели поговорить? Но вас пугает правда? Правда в том, что Соледад любит меня. Это неправда. Соледад запуталась. Вот поэтому мы приехали сюда. Нам обоим хотелось воскресить ее прошлое. Поэтому мы купили корпорацию, где вы с ней работали. Поэтому я нанял вас и приобрел этот дом. Для чего вам это понадобилось? Я хотел помочь Соледад уничтожить память о вас, чтобы нам ничто не мешало. И, по-моему, мне это удалось. Соледад решила остаться со мной. Соледад попросила меня немного подождать, чтобы подготовить вас к разводу. Прошу вас, не будьте таким наивным. В таком случае вам придется ждать Соледад всю жизнь. Соледад навсегда останется со мной, потому что наш брак скрепляет наша дочь, Валентина. Валентина? Наша дочь — неопровержимое доказательство того, что мы с Соледад любим друг друга. Этот ребенок неразрывно нас связывает. Доброе утро, сеньорита Сусанна. Как дела, Долорес? Отлично. Я бы хотела поговорить с Лаурой. Она еще не выходила из спальни. Нет, я уже здесь. Как чудесно ты выглядишь. Спасибо. Принеси нам кофе, пожалуйста. Привет. Привет. Долорес права, ты прекрасно выглядишь. Я больше не принимаю снотворное. Я должна быть в форме, чтобы уделять больше внимания Даниэле. А что с Дани? Она запуталась, и у нее едва опять не началась депрессия. Почему? Ты же знаешь, какая она ранимая. Но самое главное в том, что она решила поделиться со мной. Обратилась за советом. Это она заставила тебя отказаться от таблеток? Да. И Хуан. После разговора с Даниэлой я была в таком отчаянии. Я не знала, что делать. Тогда я вспомнила Хуана. Как мы с ним гуляли. Его милые письма. Он писал тебе стихи, да? Да. Я их храню в своем секретере. И когда мне становится невыносимо, я открываю ящик, достаю их и перечитываю. И каждое слово, каждая фраза дает мне силы жить дальше. То время, которое ты провела с этим парнем, было лучшим в твоей жизни? Да.
Но я была эгоисткой. Думала лишь о себе. Теперь все не так. Я должна заботиться о дочери. Ей нужна моя поддержка, моя помощь. Она не должна чувствовать себя брошенной. Конечно, было бы хорошо, если бы Солидат обвенчалась. Но ты же сама говоришь, что она не любит его и не хочет с ним жить, Альма. Но если вы их обвенчаете, если Господь благословит ее союз с Гонсало, тогда она оставит мысль о разводе и навсегда останется с ним. Альма, таинство брака – благодать для любящих сердец, а не цепи, которыми сковывают каторжников. Если Солидат не любит своего мужа, тогда ей незачем венчаться. Ей следует оставить его и соединиться с тем, кто ей предназначен. С тем, кого она любит. Только с ним. Мигель Анхель Алибарес мерзавец, по нему тюрьма плачет. Не говори так о Мигеле Анхеле. Мигель Анхель хороший человек, хоть ты его и не любишь. Он виноват во всех несчастьях моей семьи. Я из-за него заболела. Он причинил нам всем столько горя. Вы же сами знаете. Нет, ты на него наговариваешь. Нет. Ты слишком упряма и твердолоба. И хватит обвинять других в своей болезни. Лучше бы сделала операцию. Наверное, Диего к вам приходил и внушил эту мысль. Нет-нет, просто сейчас тебе нужно позаботиться о себе, о своем здоровье. И не лезть в жизнь своих детей. Это мой материнский долг. И я не успокоюсь, пока не выведу на прямую дорогу Солидат. И сделаю все возможное, чтобы она не вернулась к этому Оливаресу. Этот подлец опять испоганит жизнь моей дочери. Это точно. Мигель Анхель, слава богу, я тебя повсюду искала. Где ты был? Я был у тебя дома, разговаривал с твоим мужем. Ты говорил с Гонсало? Зачем? Зачем ты это сделал? Я же просила тебя его не расстраивать. Тебя беспокоит только твой покой, твое счастье. Солидат, я могу идти к черту, да? Нет, что ты. Это неправда, но пойми, он же болен. Ничего он не болен. И ты могла бы мне сказать правду. Какую правду? Солидат, ты не можешь бросить его, потому что ты любишь его. Давай, сознайся, Солидат, ты же любишь Гонсало. Скажи мне. Нет. Любишь, Солидат. И доказательство этому – ваша дочь. Но зачем ты назвала ее Валентиной? Какая низость. Что? Сколько раз я просил тебя родить мне ребенка. Я мечтал о том, что ты подаришь мне дочь, Солидат. А у тебя хватило цинизма назвать ее Валентиной. Знаешь что? Если ты хотела унизить меня, растоптать, то ты это сделала, Солидат. Пожалуйста, держи себя в руках. Я не собираюсь сдерживаться. Я устал, Солидат. Я устал выслушивать всякую чушь. Мне надоело мучиться от ревности, и я не позволю тебе играть моими чувствами. Запомни это раз и навсегда. Я не играю твоими чувствами. Не надо, я не верю тебе, Солидат. Пожалуйста, Мигель Анхель. Твой муж мне все рассказал. И мне хотелось убить его, Солидат. Сломать ему шею. Но я этого не сделал, потому что он слепой. Отпусти, мне больно. Вот и хорошо. Я хочу, чтобы ты страдала так, как страдал я. Слушай о том, какова ты в постели. Ты псих. Да, я с ума схожу, тебе ясно? Солидат, я не буду больше ждать. И я больше не стану тебя умолять. Достаточно унижений. Ты много раз меня обманывала, и я верил. Я больше не хочу тебя видеть. Понятно? Мигель Анхель, пожалуйста. Ну и скандал. В духе тетушки Виктории. Она бы одобрила. Рафаэле это очень понравится. Soledad, ay mi soledad, es tan bella como una paloma. Эй, эй, Хуан! Хуан, как поживаешь? Хорошо. Что это? Что, ты работаешь посыльным? А, это. Да, моему старику пришла мысль так увеличить продажу. Пока я живу с родителями, они меня на всю катушку используют. Вокруг столько супермаркетов. Пооткрывали, дела идут все хуже и хуже. Надеюсь, хоть это поможет. Как ты думаешь? Да, мысль хорошая. А что с тобой? На тебе лица нет.
В университете что-то случилось? Экзамен не сдал? Нет. А что? Понимаешь, дочь Лауры. Даниэла в меня влюбилась. Повезло тебе. Поздравляю. Нет, Даниэла сказала, что любит меня. А я не знал, что ответить. Я не хотел ее обидеть. Но я ее не люблю. Я к ней отношусь только дружески. Похоже, не только она на тебя претендует. Ну ладно, приятель. Я улетаю. Удачи. Лаура. Мы давно не виделись. У тебя есть время? Я хочу поговорить о Даниэле. Боже мой, Дани, я думала, ты уже давно поняла, что у тебя ничего не выйдет с Хуаном. Да, Лили. Я все время стараюсь убедить себя в том, что он не сможет полюбить Калеку. Но все равно люблю его. Мы с ним сколько не виделись, а я не могу его забыть. Ясно, и ты ему призналась. Все мужчины идиоты. Не беспокойся, подружка. Я поговорю с этим бараном. Я заставлю его понять, от какой женщины он отказался. Ладно? Спасибо, Паула. Но не надо этого делать. Они прямо здесь поссорились. Он ей сказал: мы в последний раз видимся, прощай навсегда. Ну, в общем, все, что говорят при ссоре любовники. Понимаешь? Ну вот все, вот такое вот. И где он сейчас? Наверное, топит печаль в стакане, как все мужчины. А Солидат обсуждает смету с моим боссом. Знаешь, Рафаэла, я думаю, у тебя появился шанс. У тебя при себе ключ от его квартиры. Ну и что толку от этого? Как что толку? Все обиженные мужчины нуждаются в женской ласке. Особенно если женщина так привлекательна, как ты. Ну что? Утешишь его? Прошу тебя, Мигель Анхель, хватит пить. Ты же напьешься. Я лучше напьюсь, Фико, потому что иначе пойду и сверну шею мужу Солидат. К чему такая жестокость? И что тебе это даст? Знаешь, мне совершенно не хочется возвращаться в эту компанию. Пусть Солидат с мужем сами варятся в этом котле. И чего ты этим добьешься? Что докажешь? В итоге тебя уволят с работы и все. Но почему вы с Солидат вечно говорите одно и то же? Личные проблемы — это одно, а работа совсем другое. А у тебя с Солидат личные проблемы. Пойми, ты должен держать себя в руках. Это не проблема, а война. Ты понимаешь, что она пытается унизить меня, уничтожить? Она дала дочери имя, которое выбрал я. Она назвала ее Валентиной, понимаешь? Ну и что такого? Ее зовут Валентина. Разве мало Валентин на свете? Не надо устраивать трагедию из-за имени. Простого имени. Это трагедия, Фико. Мои отношения с ней всегда были трагедией. И чем больше я ее ненавижу, чем сильнее стараюсь забыть, тем хуже это выходит. Но клянусь, я забуду ее, выброшу из головы, вырву из сердца. Мама! Любимая моя Лаура, часы, что я провожу без тебя, кажутся мне бесконечными. Я смотрю на Луну и думаю о том, что ты сейчас тоже на нее смотришь. Что при этом ты думаешь обо мне, и тебе без меня тоже тоскливо. Эта Луна и чудесные мгновения, которые мы пережили вместе, связали нас навеки. Люблю тебя, Хуан.
Осторожно. Все, хорошо, хорошо, ты уже дома. Я сейчас зажгу свет. Ну, наконец-то. Наконец-то ты дома. Целый и невредимый. Давай выпьем, у меня есть. О чем ты говоришь? Пожалуйста, Мигель Анхель. Что ты делаешь? Осторожнее, Мигель. Пожалуйста, ты разбил фужер. Ничего страшного. Да ладно. Все нормально. Весь пол в осколках. Смотри, что ты наделал. Фика, тебе не кажется, что ты стареешь? Давай, выпей со мной. Присаживайся. Давай поговорим. Давай, вот, держи. Глотни и поболтаем. Нет, нет, я не хочу. И вообще, ты уже дома. Пей сколько хочешь, а я пойду. Ты куда? Извини, но мне еще с собакой гулять. Вот, возьми ключи. Я их оставил. Не уходи. Я сделал все, что мог. Ложись спать. Не уходи, Фико. Ложись спать. Солидат. Как дорого мне обошлась твоя любовь. Привет, Мигель Анхель. Рафаэла? Я не видела тебя на работе и подумала, может быть, у тебя что-то случилось? А ты, оказывается, пьянствуешь. Хочешь выпить? Да. Осторожно. Я не хочу, чтобы компания папы потеряла лучшего служащего. Все нормально? Отлично. Сейчас тебе станет совсем хорошо. Ложись. Прости, я слишком много выпил. Бедняжка, тебе даже не раздеться. Я тебе помогу. Сиди спокойно, ладно? Дай мне о тебе позаботиться. Уверяю, ты об этом не пожалеешь. Я знала, что рано или поздно это произойдет. Я обещаю, ты будешь в восторге. Фильм озвучен компанией Intra Communications. 2002 год. Viaje, o si es pensar.